В администрации Гагарского района состоялась встреча представителей Министерства обороны Республики Абхазия с командирами Гагарской 7-й отдельной мотострелковой бригады. На встрече обсуждался вопрос участия 7-й отдельной мотострелковой бригады в мероприятиях по обеспечению безопасности в пограничном Сочинским районом Гагарском районе. Согласно изданному приказу, существует ряд мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в Гагарском районе на время проведения Олимпийских игр в Сочи. В связи с чем начальник Генерального штаба Министерства обороны Республики Абхазия Василий Васильченко проинформировал личный состав 7-й резервной мотострелковой бригады о том, что они должны принять участие в организации безопасности в районе. Он также добавил, что 7-я бригада подчиняется лишь Министерству обороны, и ее состав совместно с другими правоохранительными структурами должен нести службу на временном пропускном посту в селе Багрипш. Также принять участие в подворном обходе с целью выявления наличия у граждан тяжелого оружия. Первое, что лучше, чем вы, никто не знает местность. Лучше, чем вы, никто не знает людей, которые проживают в поселках, где вы формируете взвода, роты, в целом батальон. Лучше, чем вы, не знаете все там подходы, проходы, кто пришел чужой, вы сразу увидели там и так далее. Вот в этом плане мы хотим вас настроить, во-первых, значит, на тесную работу с местными органами власти и, значит, с органами правопорядка. То есть любая информация, имеющая отношение, значит, к появлению каких-то чужих людей, да, появлению каких-то непонятных там автомобилей, средств, должна немедленно докладывался через главу администрации, там, через командира взвода, роты, значит, до участкового там, или какие-то там, если есть отделение милиции. Это во-первых. Во-вторых, значит, мы, вот я не знаю, с 21 числа, сегодня у нас 23, да, должен был начаться подворовый обход. Там начали. Уже начали, да? Значит, вот здесь тоже я вас прошу принять участие. В каком смысле, что, опять же, лучше, чем вы, никто не знает, идет подворовый обход с целью выявления нахождения на руках какого-либо тяжелого оружия. Имеется в виду противотанковые комплексы, противозенитно-ракетные комплексы, передовые ПЗРК, минометы, там, станковые гранатометы, пулеметы и так далее. Речь о стрелковом оружии не идет.